Региональный этап у нас будет проходить 14 и 15 апреля. Он будет проходить также во всех субъектах Российской Федерации, на площадках центров занятости, на предприятиях, в общественных пространствах. У нас в регионе этот этап, региональный этап, пройдет в двух городах на двух площадках. 14 апреля в пятницу он пройдет в городе Тюмени на площадке Тюменского технопарка, который всем хорошо известен на Республике 142. А официальное мероприятие стартует в 11 часов. В 11 часов будет открытие этого мероприятия. И на следующий день, 15 апреля, в субботу, мероприятие пройдет в городе Тобольске. Оно пройдет в филиале Тобольского индустриального университета. Это зона вузов номер 5, корпус 1. А после регионального этапа федеральный этап пройдет в один день, он будет проходить 23 июня, и учитывая как раз-таки масштаб и то, что у нас сейчас есть и у многих работодателей потребность привлечения кадров из других регионов, и многие соискатели рассматривают возможности для переезда, для развития карьеры в других регионах, мероприятие в том числе будет проходить и в дистанционном формате, для того, чтобы можно было пообщаться нашим работодателям, нашим соискателям, с коллегами из других регионов.